День города с позором. В Копейске пьяный мужчина пытался пробраться на сцену во время выступления Хабиба. Угомонить дебошира пытались аж три охранника. На кадрах видно, что у них это получается с трудом. Инцидент произошел во время выступления певца Хабиба. Местные жители возмутились поведению многих копейчан. После выступления молодого певца поклонники пытались остановить его. Сам Хабиб у себя в соцсетях сообщил, что еле смог уехать. С его головы чуть не сорвали бандану.